Новий етап, новий забіг. 11-й сезон улюбленої програми «Богиня шопінгу» починається просто зараз. Чотири найдостойніші вже не можуть дочекатися, щоб показати все, на що вони здатні. У пошуках найстильніших луків чарівні красуні, збиваючи ніжки в кров, штурмуватимуть столичні магазини. Коментуватимуть це неймовірне шоу вже добре знайомі дотепники. Телеведучі Олексій Дурнєв, Володимир Остапчук, а також співак Володимир Дантес. А от остаточний фешн-вердикт кожному луку виноситиме безстрашний борець із несмаком Данило Грачов. Цього тижня четвірка сміливець така. Діджей Номі – 23 роки, діджей. Яна Рибалко – 25 років, маркетолог і дизайнер одягу. Катя або Діджей Да Кенді – 24 роки, діджей. Марія Савицька – 25 років, лікар-косметолог. Цього тижня на завдання Данила Грачова дівчата шукають лук для подачі заяви до РАХСу. У понеділок вбрання для такої особливої події шукала загадкова Маріанна. Вибрала короткі шорти, два топи та босоніжки на корковій платформі. Доповнила лук замшевою курткою та сумочкою з бахрамою. Має всього 17 балів. Сьогодні вівторок, а отже на шопінг відправляється наступна учасниця – Яна Рибалко. Привіт, дівчонки! Мене звуть Яна, мені 25 лет, я маркетолог строїтельної компанії. Дополнительно я сейчас еще занимаюсь такими направлениями, как дизайн женской одежды. Я на дизайнер платьев. Скорее всего, это, как обычно, попадает на телевидение и рассказывает, а чего нет. Я еще никогда не встречала никого, кто покупал бы платье от Яны. Я бы с удовольствием посмотрела, может, это действительно стоящий материал. Я думаю, что у Яны хороший вкус, поэтому я уверена, что у нее красивое платье. Расскажи, пожалуйста, у тебя есть парень? Не хотела бы ты вот в скором времени пойти подать заявление в ЗАГС, либо ты уже замужем? Очень много лет я встречалась с парнем, но у нас сейчас такие подвешенные состояния. Ты ходила в ЗАГС? Ну, с ним вместе? Нет, не ходила, потому что я думаю, что если бы мы ходили, мы бы заявление было бы подано, и я бы на данный момент была бы окольцована, но пока что этого не произошло. Да, я хочу, как и все женщины, я хочу замуж и детей. Яна хочет замуж, но не берут. Так, жаль. Может быть, нужно быть не такой правильной. Ну что, тогда тебе хорошо сходить на шопинг. Спасибо. Удачи. Спасибо, девчонки. Я считаю Яну конкуренткой, потому что она дизайнер и, возможно, сможет подыскать хороший образ. Да, я считаю Яну конкуренткой своей, потому что мы с ней оба любим более женственный стиль, такой спокойный, элегантный. Яну я своей конкуренткой не считаю, потому что мне в этом человеке не хватает харизмы. Как минимум. Девчонки, ну что, как вам Яна? Романтичная девушка, хочет замуж. Ну, может, она нас чем-то удивит. Платьем длинным в пол. Ты думаешь? Ну, я думаю, что свадебная будет в пол, а это будет покороче. Прикинь, придет свадебное платье. Это же гениально! Подавай заявление в этом, чтобы сразу расписаться. Ну, как говорят, главное не победа, а участие. Но я бы очень хотела победить. И сделаю для этого все. Яна Рибалко, 25 років, маркетолог і за сумісництвом дизайнер одягу. Разом із подругою на замовлення шиє гламурні сукні. До речі, гламур – улюблений стиль Яни, а сукні – головна частина її гардеробу. Красуня – справжня шопінг-мисливиця. Обожнює вишукувати модні речі серед купи посереднього одягу. Зазирнімо до Яни в гості, щоб переглянути її гардероб. Привет! Заходите, заходите в гости. Откуда у них всех такие шикарные квартиры? Вот «Богиня шопинга» выходит в эфир уже сколько? 14-й год, и 14 лет я комментирую эту программу, 14 лет крутых квартир. Это платье невесты. Я его так называю, платье невесты. Точнее, я и моя подружка. Мы с ней практически вдвоем схватили за вешалку, но я ее сильнее, я так сказала, мне нужнее. И я хочу в нем выйти замуж. Здесь и сейчас говорю, хочу выйти замуж. Как ты можешь выйти замуж, если у тебя прическа 14 века? Жанна Дарк. Я хотела еще с 18 лет замуж. И я даже представляла очень часто, какая это будет семья. Я всегда хотела дочь. Даже имя придумала, честно. Мою дочь будет звать Ева. Ева и София. Это просто из 30 девочек 28 зовут или Ева, или София. Просто будешь кричать: «Ева, иди кушать», и 18 детей будут приходить к тебе на обед. Все меньше и меньше мне нравится имя Ева, хотя это было мое любимое имя.
Отличное платье, мне очень нравится. Красивое, такое правильное, замечательная длина, с легким налетом 20-х. Выглядит очень-очень достойно. Вот такое вот красное платье, дизайнерское платье, потому что это платье придумано мной. Я дизайнер одежды начинающий. И вот это вот одно из моих любимых. Я вообще не удивлен, что богиня шопинга дизайнер молодой начинающий. Сейчас должна быть еще певица на следующей программе. Стоп. Здесь очень оригинальная модель, здесь молния, она расстегивается внизу. Платье расстегивается внизу. Круто, это так, ну, никто такого не делал. Это действительно очень оригинально, никогда такого не видел. А главное, очень удобно. Мы когда с подружкой собрались, мы, в принципе, вот так вот с ней сели, а она пришла ко мне как-то, я говорю: «Ксюш, давай вместе делать коллекцию». Она говорит: «Ну давай, как назовем?» Мы очень долго думали и назвали в результате своими фамилиями. Ксения Деркач, Яна Рыбалка, вот так вот. Вот сидит какая-нибудь богатая женщина и слышит: «Боже, платье от Ксении Деркач и Оксаны Рыбалка. Обязательно нужно купить, так и хочется». Еще интересно посмотреть на эту этикетку размером в 30 сантиметров, где вписаны все эти имена и фамилии. Яна Рыбалка, замари своего червячка. Жду парня с телескопической удочкой. Симпатичное платье, все нормально, выглядит оно прилично, цвет, в общем, мне этот нравится. Единственное, что, ну, вот ничего нового и оригинального, какой-то особой дизайнерской мысли в нем я не вижу. Вообще не подумайте, что это шорты, которые я начала носить, когда у меня там был, когда я была толстая, я их покупала. Нет, я их покупала, когда я весила вот столько же. Просто они мне настолько понравились. Уже купила шорты на вырост. Ты же объективно понимаешь, что рано или поздно твоя задница станет огромной. Почему бы не купить классные шорты для огромной задницы уже сейчас? Я эти шорты могу комбинировать абсолютно с разными образами, разными вещами. Замечательный образ. Мне нравится, что верх закрыт. А при всем при этом это короткие шорты, которые открывают ноги. Выглядит это все модно, симпатично. Достойно. В моем гардеробе всего-навсего 3 пары джинс, 2 пары шортов и где-то порядка, наверное, 50-55 платьев и очень много пар обуви. И ты хочешь быть победителем в богине шопинга? Тьфу. 55 платьев. Я в этих джинсах уже 4-й месяц снимаюсь. Это туфли Бали. Я их приобрела этой зимой. У них очень оригинальный каблук. Я их называю туфли девушки Бонда. Ко мне всегда подходят мужчины, женщины, в основном мужчины. Девушка, скажите, пожалуйста, это у вас каблуки или вы в любой момент готовы взорвать мир или помещение? Что-то так неприятно пахнет. Девушка, это не вы случайно взорвали это помещение? Со мной никто не знакомится. Может, мне тоже такие туфли начать носить? Да хоть кто-то. Со мной реально никто не знакомится. Только спрашивают: какие платья модные в этом сезоне? А что это у нас такое? Это мой друг теперь, воображаемый. Мне в отдельности симпатично это платье. Ты выглядишь в нем действительно как голая. И мне нравятся эти туфли, но мне кажется, их нужно развести по разным комплектам, потому что в данном случае эти туфли чересчур тяжелые для такого платья. Вот даже он согласен. Он будет такой, типа, да, говорить, подгавкивать мне, потому что нет, он говорить не может. Не, не может говорить, только да. Ой, какой хороший. Прям люблю ложь и лицемерие. Обычно, когда я иду на шопинг-охоту, я выхожу из дома с правой ноги, и сейчас я сделаю именно так. Идем со мной. Итак, все, что нужно для шопинг-охоты, у меня есть. Я нахожусь в любимом торговом центре, так что вперед и с песней. Я вообще, честно хочу сказать, никогда в ЗАГСе не была. Я не знаю, в чем туда ходят. Я вообще не знаю, как подают это заявление. Я вообще не знаю,
Там нужно вдвоем ходить, и как ходить, и зачем, и вообще в какие дни. Яна, у меня в Умани знакомые в 25 лет уже третьего ребенка ждут. Ты до сих пор не знает, как выглядит, не знаешь, как выглядит ЗАГС. Я долго-долго встречалась с парнем, были отношения больше 5 лет. И там где-то спустя год я уже сама намекала ему на то, что я очень хочу за него замуж. Хочу. Давайте похлопаем парням, которые находят классных девчонок, которым 19 лет, встречаются с ними 6 лет и бросают их, когда им 25, они уже, в принципе, никому особо не нужны. Надеюсь, что следующий мой мужчина, мой парень... Будет не скоро, потому что по твоему напору это буквально через месяц вы окажетесь в ЗАГСе. Делает мне предложение через месяц. Она так сказала. Я отвечаю, я офигенный психолог. Спасибо, богиня шопинга. Записывайтесь на мои лекции и семинары. Вон, как говорила Полякова, надо выходить замуж за кого? За пенсионеров. Вот вышла, ну и все, и ждешь. Когда? Делать такое платье, чтобы пойти, наверное, подавать заявление в ЗАГС. У меня было бы прекрасное настроение. Я, наверное, бы улыбалась всю дорогу, потому что меня веселит этот горошек. Ты не представляешь, как веселит горошек окружающих. Особенно, если он внутри тебя и кто-то идет сзади. Действительно, выглядит неплохо этот сарафан. Нормальный этот горошек, интересный такой яркий неоновый цвет. Нужны какие-то открытые на низком ходу сандалии. Вообще, очень люблю платья. А знаешь, когда вообще у меня родилась любовь к платьям? Я ходила в спортзал, мне очень нравился один мальчик. Вот, но я на то время носила только джинсы и брюки. И он носил платья. Вот. Так что благодаря этому мальчику я тоже начала носить платье. И однажды этот мальчик, на которого я смотрела вот такими глазами, он мне взял и сказал... Он мне взял и сказал: Яна, прекрати на меня смотреть вот такими глазами. Вот прекрати, смотри, вот такими глазами. Ты меня пугаешь. Что ты знаешь, Яна, у тебя в брюках очень большая жопа. Извините. Давайте же поаплодируем ребятам, которые не стесняются говорить девушкам правду. Симпатичное платье, замечательное, мне нравится. Мне очень нравится, как оно подходит тебе. Я бы даже не дополнял его какими-то аксессуарами. Выбрать правильную сумку и поменять все-таки обувь. Яна швидко підбирає вбрання, але зробити остаточний вибір не наважується. Тож, відклавши найяскравіші луки, дівчина вирушає до наступного магазину. Я считала всегда, что я самая красивая на свете. Причем внушили мне это в 3 года еще. Вот человеку повезло. Это, наверное, длилось до 11 класса, пока меня один мальчик не оскорбил. Он сказал, говорит, ты губатая и худая. Говорит, думаешь, ты самая красивая? Говорит, худая, губатая девушка. Поэтому, говорит, не выпендривайся и не строй из себя красавицу. В общем, с тех пор у меня начался комплекс. Вот, кстати, по поводу купальников. Я их безумно долго подбираю, потому что мне постоянно кажется, что я очень худая. И очень губатая. Ни один купальник на такие губы не налезет. Мне постоянно кажется, что у меня маленькая грудь, вот, и что у меня широкие бедра. Ну, якобы непропорциональная фигура. Что ты хочешь, чтобы мы сейчас сделали? Уговаривай? Нет, Яночка, ты самая красивая. У тебя грудь просто 25 размера. Пушап, а у меня вот, знаете, такой внешний пушап. Ну, у меня нет никаких претензий к этому купальнику. Выглядит он симпатично, действительно, такие декоративные элементы, они зрительно увеличивают грудь. А он яркий, хорошо будет смотреться на таком, на загорелом теле. Но, наверное, что-то мне подсказывает, что в ЗАГС в таком наряде не стоит идти. В 16 лет я четко решила, что я куплю себе машину. И представьте себе, с 16 лет начала на нее собирать сама. И в 20 лет у меня уже была первая машина. Я это сделал. Помог мне мой парень. Первую машину, честно признаюсь, мне помог купить мой парень. Боже, я гуру. Я просто бог. Курсы психологии. Конечно, вам покупают мужики ваши машины. Откуда они еще могут взяться? Парень ей купил машину. А знаешь, что они 5 лет встречались? Потому что кредит 5 лет был взят.
Все, кредит выплатил пацан, фух, перекрестился и умотал под греха подальше. Этот наряд специально для мальчика, который сказал, что у меня большая жопа. Смотри. Смотри, ее нет. Ничего, она небольшая. У тебя большая жопа. Мальчик прав. Огромная просто жопа для твоей комплекции. Симпатичный наряд, хорошие шорты, хороший верх. Мне кажется, что этот пояс нужно заменить на какой-то другой цвет. А вот, ну и дополнить это все правильной обувью. Так выглядит неплохо. Розмови про себе кохану відволікають Яну від завдання. Примерявши купу одягу, девчина прямує до наступної крамниці. Я вообще маркетолог и дизайнер. А вообще, я мечтаю быть телеведущей. Делаю для этого уже определенные шаги. Даня, эта киска метит на твое место. Разберись. Ого, конечно, внушительные шаги. Ты уже пришла к нам в программу и вещаешь. Если бы я была ведущей, например, музыкального канала, как бы я преподнесла этот комбинезон? Привет всем! Привет всем! Что это? Сегодня мы поговорим о самой известной украинской... Все! Извини, Яна, ты не прошла. Прямой эфир не прощает таких ошибок. Сегодня мы поговорим о самой известной американской певице, которую зовут Риана. Итак, недавно Риана появилась на светском приеме, представьте себе, вот в таком джинсовом комбинезоне. Это была премия Муз-ТВ, MTV. Можно я заново скажу, потому что я реально сказала бред. Можно заново? Вот такая ведущая. А вот если бы я была ведущей утреннего шоу? Ну, если бы ты была ведущей утреннего шоу, то ты бы его проспала бы. Этот комбинезон я бы показала вот так. Всем доброго ранку! Сьогодні у нас в гостях комбінезон Комбінезонович. І так, комбінезон Комбінезонович, розкажіть, будь ласка, як ви до нас доїхали? Як ваші справи? Як ви прокинулись вранці? Господи, что это за трэш такой? У вас есть какой-то валиум, я не знаю, транквилизатор какой-то уколоть ей? Чем она сейчас занимается? Что это такое? Дивіться комбінезона Комбінезоновича найближчим часом на нашому телеканалі кожного ранку. Разговаривать с воображаемым другом? Кто так делает, кроме Дани? Привет, Даня! Этот прекрасный парень теперь изменяет тебе со мной. Я могу разговаривать разными голосами. Если хочешь, я могу поговорить с тобой как бабушка. Могу, как Александр Лукашенко. Могу поговорить. А как ты хочешь, чтобы я поговорил тут мне? Даня, извини. Ну это трэш вообще. Ну, Вова! Чего ты обижаешь воображаемого друга Дани? Ты же понимаешь, у него вообще нет друзей. Я с ним дружил до тех пор, пока он не начал вафлить то, как я одеваюсь. Нельзя говорить вафлить, ладно. О, упал. С тобой все нормально? Ну, дружок. Что это так неаккуратно? Извини, пожалуйста. Который сказал, что у меня жопа большая. Денис, привет тебе. Я надеюсь, ты бросил... Денис, я надеюсь, ты бросил себя под поезд. Вот. И всех благ тебе. Гиблое дело качать бицепсы и трицепсы. И начал развиваться здесь. Нелеп бицепс, эксгибиционист решил дебил, бо дебилдин заниматься. Под конец программы ее вообще разкрыло. Просто. Мне не очень нравится этот комбинезон, хотя сел на тебя неплохо. Мне не очень нравятся вот эти вот украшения. Лучше бы, чтобы они были более лаконичные и короткие. Вот. И, конечно же, этому комбинезону нужна несколько другая обувь. Веселых историй в Яни ще купа, а вот часу не так уже и багато. Та, як справжня мисливиця, дівчина вже бачить свою тіль і швидко повертається до першої крамниці, де на неї чекають відкладені речі. Першу фешн-ціль вражено.
Наступне місце дислокації – магазин взуття. Обожаю каблучки. У мене вся обувь на каблуках. Мені просто в дитинстві ще сказали, що у мене плоскостопія. У тебе небольшая жопа, Яна. У тебе плоскостопія. Радость в армію не візьму. І що мені потрібно носити обувь на каблуках? Видите, от мужчин не беруть в армію за того, що вони, у них плоскостопія, а дівчатки носять каблуки, приписані каблуки. Понятно, чому група казаки тепер ходить на каблучках. Потому что им приписано, у них плоскостопие, их не взяли в армию. Представляешь себе день ВДВ? Ты в каких войсках служил? Я в подкаблучных, 15-я рота. Я больше не могу дальше растягивать. Ай, помогите, я, по-моему, ногу сломал. Ой, кошмар какой. Симпатичные босоножки, хороший цвет. Мне нравится и каблук, и эта платформа. Вот все выглядит очень прилично. Мне кажется, как вариант летней обуви замечательно. Полювання на модний лук закінчено. Стомлена, але задоволена Яна готова вийти на наймодніший подіум країни. Попереду дефіле. Чи оцінять суперниці вбрання красуні? Очень переживаю за свой образ, потому что не уверена, конечно, что я все прям правильно подобрала, но просто очень хотелось, скажем так, поразить, наверное, девочек. Как вы думаете, в чем выйдет Яна? В платье. В говне. Жесть, давайте посмотрим. Жесть! Я прекрасна, как жаркое лето, в чем не была бы одета. Так что вперед из песни. Яна вирішила не зраджувати свого стилю та піти до Раксу в ніжній сукні із відвертим розрізом та у взутті на високих підборах. На свій лук Яна витратила 1979 гривень. Час суперницям оцінити таке фешн-рішення. Один. Мені здається, нет нічого проще, чим знайти 2 метри ткані. Хоча, вряд ли 2, а думаю, 1,5. 8. Мне очень понравилось платье Яны, оно безумно красивое, ей безумно идет. 9. Я поставила Яне 9 баллов, мне очень понравился и образ. Единственное, что платье немножко, мне кажется, длинновато для похода в ЗАГС. Это уже, может быть, на свадьбу. Яна має 18 баллов. Непоганий результат. На 1 балл більше, ніж у Маріанни. Ну, от Маріанни я другого не ожидала, единичка. Мне кажется, это была месть за мою тройку. В четвер наш головний суддя оцінить усіх дівчат та визначить богиню шопінгу. А вже завтра полювати на модне вбрання буде діджей Катя. Не пропустіть, буде дуже модно.